Всем привет, с вами Кирилл, и мы играем в Doors. Здесь вышла новая обнова, и сегодня я хочу заснять про эту обнову видео. Давайте же начнем. Так. Тут одни только на 12. Ну, давайте сюда зайдем. Всем привет, с вами Влад 4. Привет, Кобяков. Короче, у меня сейчас 125 монет. Я попытаюсь сегодня пройти. Я куплю фонарик. Мне фонарик нужен. Так, короче, спидран. Спидран. О, вот что первое. Поменялся звук открывания дверей. Так, вот он ключик. Так, нам нужно найти свечку. Опа, батарейки первые для нашего фонаричка. Говорят, тут еще добавили новые комнаты. Только я не знаю, тут добавили некоторые два предмета. Это ключ какой-то и крест. Только я не знаю, что делает, где найти крест. В ящиках. Я буду все ящики лутать. Если что. Вдруг я найду крест в этом ящике. Говорят, нужно считать комнаты. Так, какая-то открытая дверь, не понял. Опа. Нифига. Да думаю, что она без досок? С ручкой целая дверь. Так, давайте считать двери. Седьмая. То есть, я слышал, что нужно считать двери. Ты можешь попасться так, что могут попасться, что ли, какие-то двери. Мне хотя бы найти жигу. О. У нас уже 320 монет. Десятая. Да батарейка. Чё одна батарейка-то спавнится? Одиннадцатая дверь уже. Так, ты где, падла? Так где ты? Ага. Так, 12-е. Так, может тут что-то будет? Нет, там ничего нет. Так. Бежат ландинг. Не понял, почему он летит? Просто говорят, нужно прислушиваться. Если что-то не так. Ладно. Допустим. Так, что у нас тут? Ну, здесь, как обычно, монетки. Сначала я просто залутаю тут комнаты. О, и ключик сразу нашел. Ну, еще залутаю. Я вдруг здесь крест заспавнится. Да, блин, опять батарейка. Так, ну я вроде все залутал, да? Там дверь открыта, тут все открыто, тут дверь открыта. Ага.
Ладно. Так, не понял. Блин, а какая дверь-то? Какая дверь-то? Так, что у нас тут светится? Вроде была 16-я или какая? Ха, кстати, я умнее тебя, лошары. Ах ты ж падла, все двери загадил. Ты ж падла, все двери загадили. Ладно. Вроде 17-я дверь. Ладно. Так, какие тут есть у нас двери? Есть 17-я, есть 8, есть 16-я. Вроде 17-я. Ага. Повезло. Так, это еще не сик. Ну, это и хорошо, что сика нету еще. Сегодня у нас 20. Опа. Так, летит. Осколочки. А, загадили опять. Так, ну подождите, я вышел. Подождите, мы же, когда открываем дверь, у нас же всегда может с такого ракурса. Так, значит, это не эта дверь. Значит, это не, это, значит, это не 23-я, а 22-я. Ага, понял фишку. Никому не буду рассказывать ее. Никому. Ха-ха-ха. Вот здесь вот в этой штуке всегда спавнится вещи. А вдруг... Так, я... А, твою мать! Засраный паук. Так, хоть бы был крест. А, отмычка. Я подумал, крест. Опа. Он, видите, он как крест, но только он... Как церковный, а как обычный. Так, 24. 25. Не, ну пока что. Опа, нифига. Я вроде видел... А, нет. Новая комната. Я просто проходил вот Дорс, и я не знаю, я не видел эту комнату, я только некоторые новые видел. 27-я. Так. Может, тут еще и Раш может в любой момент появиться. В любой момент может появиться Раш, но это как-то вообще не прикольно. Так, понятно. Вазами я обосрался, я подумал, не летит, хотел только уходить, он уже и появился. Это сраные отмычки. Ладно, отмычки тоже пригодятся. Не, ну это пока легко. Хоп.
Так, 32-я. Твою мать, чуть не сдох. Тридцать третье. Мне кажется, это уже глаза. Я опять за ничь. 36-я. Не засрали мне дверь. 37-я. Ха. А чё вы мне дверь-то не засрали? Так, ну все, погоня вроде, да? Глаза. Интересно, что Сика изменили? Или еще все тут осталось? Так, не понял. О, новая анимация. Так. Твою мать, куда я в стену-то полетел? Блин, ее сложнее сделали. Так, туда. Фух, я прошел. Аллах, лах. Так, 44-я, 45-я, 46-я. Сорок седьмая. Такая падла. Твою мать, паук! Так, тут еще сундук. Ладно. Заряжен. Блин. Ой, спасибо. Истратил еще одну добыл. О, нифига себе. Так, тут еще есть. Тут еще сейчас было. О, 50. О. Новая анимация. Так, надо же еще за листком сходить.
Горин с этого ракурса не слышит. Первая цифра 5. 5. Мне нужна цифра, фигурка и цифра. Нам нужен квадрат. Квадрат. 5, 3. 53. Пятьдесят три. Пятьдесят три один. 53, 1. 51, 3. 50, 51. 17, 51. 51, 17. Да ёб твою мать, ты что, не те-то буквы-то? Лошара. Я прошел. Не понял. Hello me. Ты кто такой, твой мой? Ты кто? Так, ты кто такой? Жига, крест и ключик. Не, я куплю ключик.
Крестик. Ну и жига. Если при... то, если это пригодится. Так, крест и ключ. Ладно, крест мне еще пригодится. Я-то думал, мы его не найдем уже. Да. Так, свет моргнул. Опа, вот этого не было. Или было, не знаю. Но точно это я не помню. 57 60. Так, 60. Так, что это такое? Опа. Подожди. О! Ни хрена себе. Ты где, падла? Нифига. Какая-то новая комнатка. О. Так, это же... Кстати, ключ может сюда надо сунуть. О. Я тут денег много. О, это что такое? Опа. Там дверь закрылась только что. Ой. Я думаю, теперь-то нас раз не будет беспокоить. Мы же, как говорится, изгнали. Твою мать, возьмись. Шестьдесят восьмая. Блин, раш. Мы же вроде его как-то изгнали. Я думал, нас не будет преследовать.
пофиг, сломаю отмычкой. Так, ну это глаза нам. Понятно. Вот погоня сейчас будет, погоня. Батарейка, блин. Так, туда. Туда же. Фух. 82-я. Я думаю, сейчас сдохну. Но я не сдох. 84. Блин, еще двери до хренища. Восемь. Амбус. Муха. Так, что это такое? Что это такое? Ладно. Твою мать, не так, не та комната. Я не успел таблетку эту взять, батарейку.
79-я. Вот батареечка. А где? Я просто не хотела там уж умирать, вот я и оставил крест. Господи, я обосрался. Инфаркт. 20 инфаркта. Хорошо, я сразу нужную кнопку нажал. Ага. Это не эта комната. Это вот это. Тоже не та. Вот сейчас погас. Еще 10 комнат и будет, как вы понимаете, на минус эта дверь. Почему так? Не понял. Я не понимаю, что за хрень. А я сейчас сдохну. Ловушки. И что? Ладно, с меня хватит.